В Амурском районе прошел совет по развитию предпринимательства. В начале недели в администрации Амурского муниципального района состоялось заседание совета по предпринимательству под председательством предпринимателя Ольги Федоровой и главы Амурского муниципального района Ивана Масько. Участники заседания обсудили формы информационной и финансовой поддержки малого предпринимательства в 2014 году и спланировали мероприятия, посвященные празднованию Дня предпринимателя, который отмечается в России 26 мая. Заместитель главы администрации по экономическому развитию Павел Боровлев проинформировал предпринимателей о важных изменениях законодательства в сфере налогообложения, о проведении работы правительством края по внедрению процедуры оценки регулирующего воздействия при принятии нормативных актов, влияющих на предпринимательскую среду и инвестиционную деятельность, о возможностях действующего многофункционального центра государственных и муниципальных услуг в городе Амурске, об участии предпринимателей в осуществлении муниципальных закупок в рамках реализации нового закона о контрактной системе, о итогах работы представителя фонда поддержки малого предпринимательства Хабаровского края в городе Амурске в 2014 году. Глава района Иван Васильевич Масько призвал предпринимателей принять участие в реализации проектов по развитию туризма на территории сельских национальных сел в рамках деятельности районного туристического кластера. Председатель совета Ольга Витальевна Федорова призвала предпринимателей реализовать комплекс мероприятий, направленных на формирование позитивного имиджа предпринимателей района в период подготовки и празднования Дня предпринимателя. Предприниматель Наталья Рогова предложила провести встречу с уполномоченным по защите предпринимателей в Хабаровском крае, на которой обсудить проблему компенсации расходов предпринимателям за обеспечение гарантии своим работникам в части оплаты проезда к месту отдыха.